человеку личное убеждение, что искусство — это средство коммуникации прежде всего, что в нем самом как бы ценности никаких самооценок таких нету. Есть только как бы искусство — это только инструмент. Такой язык, на котором, может быть, трудно соврать. Поэтому мне было интересно самому оценить этот срез отношения людей к искусству, всех вот первого встречного прохожего. Самому услышать, пойти к ним навстречу, помочь им высказаться, что очень сложно в нашей стране сейчас сделать. Хотелось бы побольше людей с улицы, но в то же время я понимаю, что это уличный формат целиком и полностью, что люди, для людей не существует такой институт, как галерея. Им на нее просто плевать. Она им не нужна просто в жизни. И поэтому я считаю, одной из самых как бы важнейших частей проекта — это видео с интервью, которое взято на улице, в торговом центре, на рынке. Это была рассылка обращений в интернете, интервью личное, на котором уже как бы частично осуществлялся вторая часть проекта. То есть личные высказывания люди уже оставляли прямо на улице в форме интервью. А в обращении была написана дата и число, и время, когда можно прийти в галерею, сделать свою работу или принести с собой, что многие и сделали. Мой проект состоит из видеоматериалов и выставки работ участников, пришедших именно 9 февраля, когда было объявлено время, когда можно прийти и сделать, оставить свою работу, свое высказывание. Акварель, акрил, пастель, 2 месяца. Последний. Да, еще столько же подарила друзьям. А это у вас волна такая? Да, я просто теперь не могу не рисовать. У меня просто одержимость какая-то рисование. Это доставляет мне огромную радость. Я не могу не рисовать. Сын подарил мне краски и альбом. Когда видела, что душе моей тяжело, что она страдает от бухгалтерской, нудной, рутинной работы. И в какой-то момент просто взялась за карандаш и начала рисовать. Узнали о проекте через Facebook и принесли сюда несколько картин и коллажей. Вырезки из газет склеенные просто в композицию. А чем вы вообще занимаетесь здесь? Ну, живем. Живем, да. Но учитесь работать? Я не учусь, не работаю. Я работаю, но вроде уже не учусь. Я вот не стремлюсь к пиару какому-то. Я вообще люблю свои работы дарить. Это рисунок называется «Истерия». Я в жизни занимаюсь, всем занимаюсь, потреблением музыки, книг, картин и клинической психологии. Привезла с собой 5 картин своих. Ну, про себе малюю. Малевание — это для меня такие сродок взаимодействия со светом. Картины приходят в голову, откусти-то, незразумело откуда. Ну и я их роблю,
Ну, по профессии я не мастак. Олег — это, напевно, основное, чем я занимаюсь — малевание. Ну, так как у меня большая семья, пятеро детей, вот. И с мужем мы пчеловоды, и все-таки у нас род занятия такой более природный, больше общаемся, так скажем, с природой. Занимаемся и по хозяйству, и домом, и хозяйством, но в свободное время, вот у меня недавно появилось такое хобби – заниматься хохломой. Сегодня узнала об этом проекте, решила в нем поучаствовать. Да. Вот, решила в нем поучаствовать и написала картину. У меня брат художник, и я решила сегодня сама сделать это, потому что раньше у меня допуска к этому не было. Все закрывалось на большие замки, запрещалось доставать краски, пользоваться ими. А сегодня я делала все, что хотела на холсте, и никто мне ничего плохого не говорил, что этого делать нельзя. Потому что эта идея действительно очень хорошая, когда человек может прийти и делать все, что хочет. Ну, это в плане искусства. Когда можно принести, показать, что ты умеешь. Потому что многие люди боятся, а когда есть такие проекты, это раскрепощает как-то. Меня зовут Артишевская Анна. Я узнала о проекте из группы «Палашадян». Кто вы по профессии? По профессии художник по росписи, но художника я не училась. Гипсовые скульптуры расписали. Я принесла работы лошади изображенные, пастель, масло и акварель. Нет, у нас с подругой две лошади свои есть. Мы, ну, о них заботимся, чтобы они жили счастливо. Через это все. Меня зовут Олеся, мне 22 года. О выставке узнала. У меня парень работает в «Карандаше», там распечатывали объявления. Вот. Он принес домой, увидела, и такая, интересно же, что там такое. Ну, я просто пришла, смотрю, все рисуют, думаю, ну, может, не формат. А так фотографии принесла свои, так подумала, может, подойдет что-нибудь. Об этом проекте в женском монастыре. Там висело объявление, я его прочитала, взяла телефон, позвонила, мне стало интересно, потому что сама я домохозяйка, мне интересны необычные люди. Я вообще занимаюсь больше растениями, обожаю их, люблю, как бы все, у меня крутится возле этого, и рисовать люблю. Я вообще призываю людей побольше рисовать, потому что не будет столько злобы. Меня Никита зовут. По профессии я рабочий из зеленого строительства. Но эти картины, что я принес, они еще не высохли. Как-то вот все там
засекречено, всякое такое, сразу не врубиться, что происходит. А какие-то такие вещи чего-то там открывают, как-то, ну, может быть, не так, а как-то там так, что становится мир более ближе на самом деле. Искусство, оно призвано что-то делать с подсознанием человека, чтобы донести о мире информацию, которую, находясь здесь, понял человек, закодировавший таким образом свое послание тем, кто придет за ним, чтобы они могли чувствовать себя здесь более комфортно. Надписи касались нашего какого-то общего видения, да, проблем в Беларуси. Это касательно денег, касательно состояния современного искусства в Беларуси. То есть современное искусство может быть только в демократическом обществе. Все это нонсенс, что в Беларуси есть современное искусство. Но дело в том, что это плакаты, как бы они не то чтобы иронические, они как бы антиреклама, да, то есть мы выгоняем женщину. Это же всем понятно, что в белорусском искусстве не так-то много художниц, которые добились успеха, да, по сравнению с мужчинами. Поэтому, когда мы выгоняем женщину, мы одновременно ее привлекаем. Все условия, в которых находится современное белорусское искусство, в том числе зависят от галерей, как бы от институций. Поэтому мы там курим, поэтому мы жгем, как показывает практика, жечь в галерее у оказалось нельзя. Да? Значит, я нарисовал, как нарисовал, и то, что нарисовал, назвал «Дорога продолжается всегда». Ну, там дорога, которая всегда продолжается. Для меня искусство — это работа над собой. Вот. А еще это, ну, через искусство я лучше понимаю все, что происходит вокруг. Вот. Это способ сказать «я люблю». А я люблю сегодня, вот я люблю в этом мире это, завтра это, а послезавтра конкретно этого человека, а вот это вот я вообще всегда люблю. Но каждый день по-разному. Явно, что они не связаны с искусством, но нас объединяет то, что мы все когда-то познакомились благодаря искусству, другому бразильскому искусству, называется капуэра. Все, что не делает каждый из людей, это может быть интересно. И то, что делалось особенно не специально, это тоже стоит обратить на это внимание. То есть, собственно говоря, это наша жизнь. Мы все творим искусство каждую секунду. Каждым нашим словом, каждым нашим жестом, каждым...